Обычно на них белый халат, но сегодня спортивная форма. После долгой пандемии поддержать здоровый дух помогает спорт. Так, взявшись за теннисные ракетки, врачи поборолись за победу в соревнованиях. Четыре команды, каждая представляет свое медучреждение. Кто-то участвует впервые, кто-то спустя годы вернулся к любимому делу. Долгое время сфера здравоохранения работала без перерыва и выходных. Турнир по теннису – отличная возможность отдохнуть от повседневной рутины и сменить обстановку. Спортивные мероприятия мы всегда за, любые причем. Ну, очень хорошо, что мы собрались, 2 года не собирались. Вот из-за ковида. Это очень важно, я считаю, потому что, учитывая пандемию, очень много людей были, ну, грубо, наверное, скажу, таком психической такой, да, психической, психологической депрессии, поэтому сейчас это очень актуально на сегодняшний день. Это 4-е спортивное мероприятие за год. За плечами у медиков соревнования по волейболу, футболу и пейнтболу. Чтобы поддержать активный образ жизни и командный дух, было принято решение проводить подобные турниры раз в 2 недели. Спорт направлен, да, и наши мероприятия направлены на формирование корпоративной культуры, как внутри учреждения, также и на формирование этой самой корпоративной культуры среди остальных лечебных учреждений здравоохранения Ульяновской области. Спорт всегда объединяет, дарит позитивные эмоции, заряжает добром, бодростью духа. Впереди у медиков велозабег, игра в дартс, сдача нормативов ГТО. Апогеем будет большой праздник 3 сентября – 220-летие Ульяновской областной клинической больницы. Александра Никитина и Юрий Ломатов. Улправда ТВ.